Акции памяти сегодня проходят по всей стране. Россияне вспоминают жертв терактов в московском метрополитене, аэропорту Домодедово, Волгограде, в театральном центре на Дубровке и других. День солидарности в борьбе с терроризмом в столице Чувашии отметили необычным образом. Выставка фоторабот, организованная администрацией Чебоксар и волонтерами, показала, насколько прекрасна жизнь во всех ее проявлениях, и обрывать ее никто не имеет права. Необычная сушка на бельевых веревках. В один ряд аккуратно расположились фотокарточки, на которых запечатлены яркие, необычные и порой случайные события из жизни Чебоксар и его жителей. Увидеть себя на фотографиях может практически каждый горожанин. На фотосушке выставлена уникальная хроника городских фотографий за последние 5 лет, которая насчитывает более 1000 изображений с массовых мероприятий. Конечно, в особом ряду снимки, ставшие уже историей. А фотки очень интересные вообще. Качество смотрю. Профессионально, наверное, все это, да? Нормально. Один лучше другого, так-то ориентироваться никак не могу. Которые вот, ну, нормальные, хорошие фотографии. Молодцы. Фотосушки проходят во многих странах и городах России, в том числе и в Чебоксарах. Однако такое количество снимков выставляется впервые. Помогали организовать это мероприятие студенты-волонтеры. Всего около 20 человек. Ну, мне понравилось это движение. Всегда в таких движениях участвую. Мне в основном нравится участвовать в разных стилях таких жизни, помогать людям. Я считаю это помощью. Ну, такие мероприятия создают историю о нашей республике. Забрать с собой снимок смог любой желающий. Администрация города Чебоксары организовала такую вот акцию своеобразную, целью которой было показать, как прекрасна жизнь, мирная, созидательная, без войн и насилия, как много в ней приятных моментов. Помимо снимков, горожане, я надеюсь, нанесут с собой хорошее настроение и впечатления, незабываемые от этой встречи, от памятных воспоминаний. Эту акцию намерены сделать традиционной. Поделиться воспоминаниями и счастливыми моментами жизни смогут еще больше чебоксарцев. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика.